Игра вне закона. В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 5 человек, обвиняемых в организации игорного бизнеса. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, с ноября 2016 по февраль 2018 года 4 обвиняемых открывали подпольные игровые салоны в помещениях без опознавательных знаков по 6 адресам в Чебоксарах. В них и шла азартная игра. В результате ими был незаконно извлечен доход на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Один из вышеуказанных фигурантов и пятый обвиняемый, 23-летний молодой человек, с июля по октябрь прошлого года в одном из вышеуказанных помещений незаконно организовали деятельность закрытого покерного клуба, где нелегально проводили азартные карточные игры в покер среди определенного круга постоянных посетителей. В результате злоумышленниками был извлечен незаконный доход в размере более 60 тысяч рублей. Противоправно деятельность обвиняемых была пресечена в феврале этого года в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями Следственного комитета и сотрудниками Управления ФСБ России по Чувашской Республике. Всего по уголовному делу проведено более 10 обысков, изъято 84 игровых автомата, иные предметы, использовавшиеся обвиняемыми в своей противоправной деятельности, а также денежные средства. Свою вину они в полном объеме признали, ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке судебного разбирательства.